Мелодия била под пальцем, как лещ, и падали капли по клавишам на пол. Гостиная видела странную вещь. Чайковский сидел у рояля и плакал. Той ночью лесничий его вдохновлял. Мелодия лилась сильней, полнозвучней, и пьяный мужик партитуру лобзал, и в жестких его, и в жестах его была кружка умучена. Кто спугнут любовью, забыв про мораль, и еле пристрастие свое волоча, бежал от жены и покинул рояль, бессонные бредни Петра Ильича. Измученный жизненною маятой, Чайковский, позор прикрывая вуалем, вернулся, рыдая, и в комнате той раскрытая жопа стояла роялем. 58-й год.